спортивном комплексе «Металлист» восстанавливают зрительный зал на 200 мест. По словам подрядчика, завершат ремонт к 20 августа. В 2010 году после протечки кровли здания помещение сильно пострадало. Спустя 2 года крышу капитально отремонтировали, однако зал остался непригодным для использования. С 2019-го, благодаря содействию социального партнера мэрии Магадана, компании «Полиметалл», начался его ремонт. Так, в новом зрительном зале планируют установить современные кресла, световое оборудование, тем самым создать уютную атмосферу для проведения различных массовых мероприятий. Во-первых, мы планируем, что здесь будут проходить и репетиции, какие-то концерты хоровой студии. А наши уважаемые ветераны, где здесь на первом этаже располагается их клуб, да, тоже получат место, где они могли бы выступать, проводить свои вечера. Ну и планируем, что здесь еще будет открытая площадка для молодежных коллективов, ну и какие-то, может, коммерческие проекты, если на то будет. Между тем, это не единственная реконструкция помещений спортивного комплекса. За последние несколько лет в «Металлисте» обновили конференц-зал, помещение для занятия теннисом, а также балкон, где разместили экспозицию спортивных достижений магаданцев.